Готовим лазанью. Первый или какой-то уже слой? Первый. Нет, этот как его тесто, потом еще что-то. Соус, фарш. Говорите, соус, фарш. Соус, фарш, помидоры. Сейчас я посмотрю, что там после фарша. Это сыр, чеснок. А фарш какой интересный, какой-то такой. Индейка. Индейка, ага. Ну, с луком, с морковкой. Пятница это, в Москве будет температура 0. Мы снимаем. Да ладно. А папа за это заретуширует. Не, пускай так и будет. А в Москве тоже так, то мороз, то это. А это что такое? Это вот листа. Ну, это как тесто. Какое тесто? Листы по лазанье. А вот коробочку покажи. Лазанья. Это один слой. И следующий будет аналогичный, да? Дальше. Это что такое? Это соус. Соус из чего? Молоко. Масло сливочное. Ну, это мука, соль, перец. Это слизующее. Это как бетон смотреть. Короче, начинается следующий слой. Сейчас опять будет фарш. Потом помидоры. Нет, сейчас, наверное, помидоры не будет. Не будет. Он последний. Второй завершающий слой.